Во вторник нашему коллеге, журналисту Кириллу Вышинскому, исполнилось 52 года. Свой день рождения Кирилл встретил в камере Херсонской тюрьмы, где нынешняя украинская власть гноит его с 15 мая прошлого года. Обвинения для журналиста абсурдны, госизмена. Порошенко взял Вышинского в заложники для обмена, дабы развязать себе руки для провокации против России. Ровно это сам Порошенко и подтвердил в коротком интервью нашему корреспонденту в Нью-Йорке Валентину Богданову. Петр Алексеевич, когда освободите Кирилла Вышинского, нашего коллегу? 24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы агрессор, вы нарушитель международного права, и вы и ваш лидер – убийца украинцев. Ну а Кирилл? С Кириллом-то что? Вы же его лично знаете. И в коридорах ООН Порошенко в своем репертуаре. Груб, лжив, истеричен.